Мужчины, я вам хочу показать, насколько сильно вас девочки обманывают. Я сейчас это вам докажу, потому что вот это все, это очень красиво, но... Это 4 носка! И лифчик с пушапом, понимаете? Ну, во-первых, мне кажется, что вариант после, когда она вытащила эти носки, не такой уж и плохой, собственно. Хотя, если пушап, то получается, когда она с ними бюстгальтер, там ничего не останется. Но представляете, каково будет мужчине, когда вот он ее рано или поздно все равно разденет, да, и увидит там ничего. Вот, то есть визуально она такая Лев Толстой, да, а на деле доска гладильная. Вот, печально, конечно, очень печально, но с другой стороны, есть куча вариантов, да, то есть можно сделать пластическую операцию там и прочее. К чему эта демо-версия, лично я не понимаю.